Там он простоял 7 лет, пока в 22-м году его не разобрали на металлолом. Этот и многие другие проекты так и не получили продолжения. Иначе обстояло дело в других странах. В январе 1916 года в Англии была построена бронированная машина «Большой Вилли». Руководитель проекта, полковник Суинтон, назвал свое детище «танк», что по-английски означает «бак». Это слово вполне отвечало внешнему виду машины и позволяло до поры до времени скрыть от противника ее истинное военное предназначение. Было объявлено, что якобы по заказу русского правительства строятся самодвижущиеся резервуары для топлива. Для большей убедительности англичане на каждом танке написали по-русски «Осторожно, Петроград». В феврале 16 года опытный образец танка «Большой Вилли» прошел первое испытание. И уже через месяц началось его серийное производство. На вооружение армии машина поступила под официальным обозначением МК-1. Танк МК-1. Боевая масса 28 тонн. Экипаж 8 человек. Мощность двигателя 105 лошадиных сил. Максимальная скорость 6 км в час. Первое боевое применение этой машины датируется 15 сентября 16 года. Тогда в сражении на реке Сомме приняло участие 32 английских танка. МК-1 выпускались в двух модификациях – самец и самка. Основное различие между ними заключалось в вооружении. Самка оснащалась 6 пулеметами, самец имел на вооружении 4 пулемета и 2 пушки. Машина обшивалась листами из закаленной броневой стали. Гусеницы шириной полметра скользили по специальным рельсам, охватывая с боков весь корпус. Танк получился громоздким и неповоротливым. О комфорте экипажа не было и речи. Температура внутри танка достигала 70 градусов. Случалось, что, невзирая на огонь противника, танкисты выскакивали из адской машины за глотком свежего воздуха. Наблюдение из танка велось только через незащищенные щели, а внешняя и внутренняя связь отсутствовали. Как видим, с технической точки зрения, английская новинка была далека от совершенства. Тем не менее, МК-1 стал первым серийным танком в мире. Первые французские танки «Шнайдер» и «Сен-Шамон» тоже получились чересчур неуклюжими. Поэтому в 17 году французы создали принципиально новый танк – «Рено ФТ-17». Эта машина весила почти в 4 раза меньше английского МК-1 – 7 тонн. Экипаж состоял всего из 2 человек. Двигатель размещался в задней части танка. Но самым основным отличием «Рено ФТ» от предшественников стала вращающаяся башня. Это новшество позволило существенно увеличить зону обстрела. По образу и подобию «Рено» построено большинство танков в мире. Компоновочная схема с кормовым расположением двигателя и вращающейся башней до сих пор считается классической. «Рено» оснащался так называемым «хвостом». С его помощью танк мог преодолевать более широкие окопы и рвы. Но, правда, не всегда. Кстати, на заднем плане вовсе не французские, а немецкие офицеры. Они с интересом наблюдают за трофейным «Рено». Удивительно, но немецкие военные в танки поверили не сразу. Ни данные разведки, ни применение танков противникам, ни захваченные трофеи не произвели на высшее германское командование должного впечатления. Немцы за техническим несовершенством первых танков не увидели их ближайшего будущего. «Танки», — писали в то время берлинские газеты, — «это нелепая фантазия и шарлатанство. Машины-чудовища только на короткое время поражают солдат, но вскоре здоровая душа доброго немца успокаивается, и он с легкостью борется с глупой железякой». Поздно спохватившись, Германия смогла построить первые танки лишь в конце войны, на 2 года позже Англии.
немецкий А-7В весил 30 тонн, что на 4 тонны тяжелее английского МК-1. Однако машина развивала приличную для того времени скорость – 13 км в час. Когда первый А-7В сошел с конвейера, война уже подходила к концу. Ко времени подписания перемирия 11 ноября 1918 года Германия выпустила лишь 15 танков, в то время как Англия свыше 2000 МК различных модификаций, а французы и вовсе 3 с лишним тысячи легких Рено. Разумеется, танки Первой мировой были далеки от технического совершенства. Они постоянно ломались, обладали чрезвычайно низкой скоростью, а броня легко прошивалась крупнокалиберными пулями, не говоря уже об артиллерийских снарядах. Однако сражения, в которых участвовали танки, показали, что при массированных атаках эти гусеничные машины могут преодолевать эшелонированную оборону противника. После подписания мирного договора у европейских стран появилось время на разработку и создание более совершенных бронированных машин. Иначе обстояло дело в России. С окончанием войны в стране спокойнее не стало. В октябре 1917 года к власти пришли большевики. Для защиты своих завоеваний они остро нуждались в средствах вооружения, в том числе и танках. Эту проблему поначалу можно было решить только одним путем. За счет ремонта оставшихся от царской армии боевых машин. В стране шла гражданская война. В условиях нищеты и разрухи средства на производство собственных бронированных машин отсутствовали. Поэтому проще было поддерживать имеющиеся в наличии. Но вскоре появилась и другая возможность. В марте 19-го, в бою с войсками генерала Деникина, недалеко от Одессы, Красная армия захватила несколько танков Рено ФТ-17. Одну из машин решили отправить Ленину в качестве подарка, чтобы исподволь получить ответ на вопрос, что же делать с трофеем. Ровно год назад, в марте 18-го, выступая на 4-м Всероссийском съезде Советов, Ленин говорил: «В войне берет верх тот, у кого величайшая техника, организованность, дисциплина и лучшие машины. Без машин, без дисциплины жить в современном обществе нельзя. Или надо овладеть высшей техникой, или быть раздавленным». Сказанное отражало главное. Молодой стране Советов требовалось современное оружие. И вот появилась возможность осуществить задуманное. Получить в свое распоряжение трофейный танк Рено было большой удачей. О таких аппаратах Красная армия могла только мечтать. Ленин моментально дал указание организовать собственное производство на основе танка Рено. Осенью трофей был доставлен на Сормовский завод в Нижний Новгород, где тут же начались проектные работы под руководством инженера Николая Хрулева. 31 августа 1920 года танк выехал из ворот завода. В отчете конструкторов говорилось, что выполнена вся программа испытаний, и новый танк представляет собой надежную боевую единицу. Официально он назывался «Рено Русский». Легкий танк «Рено Русский». Боевая масса 7 тонн. Экипаж 2 человека. Оружие. Пушка калибра 37 мм и один пулемет калибра 7,62. Мощность двигателя 34 лошадиных силы. Максимальная скорость 8 км в час. По устоявшейся традиции того времени танку присвоили персональное имя. Борец за свободу, товарищ Ленин. Вслед за этим последовали и другие танки. Парижская коммуна, пролетариат, победа. Построенные машины мало чем отличались от французского оригинала. Немного усилили броню, заменили двигатель, а в дополнение к пушке установили пулемет. Вот, пожалуй, и все изменения. Всего за